Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я, Геннадий Кацов, рад приветствовать вас, как всегда, в вечернее время по Нью-Йорку в нашей передаче. Сегодня мы рассмотрим основные темы за прошедшую рабочую неделю, то есть главные темы с понедельника по пятницу. Я хочу сразу представить гостей нашей программы. Рядом со мной Илья Левков, издатель, владелец издательства «Либерти». Илья, приветствую вас. Спасибо. И Алексей Осипов, журналист, представляющий агентство «Новости». Алексей, приветствую вас. Здравствуйте. Ну что, давайте сразу начнем, но перед этим у нас есть несколько, конечно же, новинок от издательства «Либерти». Итак, Илья, в двух словах. В двух словах. Чудесные мемуары начала войны в Минске. Очень героической женщины Раиса Рубинштейн «След моей жизни». Это не мемуары, это стихи. Выглядит как сборник стихов. Короткие. Там, да, есть, у вас хороший нос. Там есть 4 стихотворения. Нюх, я бы сказал. Нюх. Поэтический, да? Да. Итак, и еще одна книга. А это чудесная лирика, называется «Унеси меня вдаль светлую, Римы Марон». Чудесная, трогательная лирика. Я уверен, что она касается наших зрителей намного глубже, чисто поэтическая лирика, чем это вот. И все-таки от политики не убежать. У меня, держите, выходит сейчас очень важная книга. Называется «Мой западный берег». Ален Гук. Записки бойца израильского спецназа. Это будет очень-очень центральной книгой, которая объясняет, что такое израильская армия. Вы, по-моему, говорили о выпуске этой книги, да? То есть мы еще не показывали макет обложки, но вы говорили, да. Я не помню, что я говорил вчера. Это очень важная книга. «Мой западный берег». Она информативна, она трагически. Это перевод? Нет, оригинально. Он выходит из России, из Минска. Приехал в Израиль молодым парнем, доброволец. И очень-очень, я прямо вот не боюсь сказать, это нынешний израильский Хемингуэй. Или Норман Мейлер. Не, Норман Мейлер слишком длинный. Он в делу и «Мой западный берег», «Мой западный берег». Давайте теперь перейдем к нашей программе. Итак, понедельник. Израильтяне ежегодно проводят 24-часовой траур по павшим воинам, прежде чем отметить День независимости. В этом году в Израиле отпраздновали 62-й День независимости Израиля. Ну а сейчас вы как раз видите, накануне 18 числа прошел День памяти по павшим воинам. Ну а газета New York Times отмечает, что проявления печали и беспокойства особенно свойственны в этом году левым политикам, но в этом году кажется, что настроение мрачнее обычного, и левые и правые встревожены особенно иранской ядерной программой и растущими трениями в отношениях с администрацией Обамы. Итак, Алексей, День памяти павшим воинам, День независимости Израиля. Естественно, что когда мы говорим об этих датах, мы, конечно же, говорим прежде всего о настоящем. Одно дело 62-й день независимости Израиля, другое дело, насколько сегодня можно говорить о безопасности Израиля, учитывая и, опять-таки, взаимоотношения с Вашингтоном и говоря о ядерной иранской программе. Ваш взгляд, ваше отношение к тому, что сегодня происходит? Я думаю, что мы сегодня сейчас по первому вопросу целый спектр отметим различных проблем. Ну, вот удивительно, что Израиль, несмотря ни на свои маленькие размеры, несмотря на небольшое количество населения по сравнению с той же Америкой, с той же Россией, уж тем более с Китаем, продолжает вести какую-то свою собственную обособленную политику, что, да, к сожалению, приводит к определенного рода изоляции его как со стороны... Алексей, я для наших телезрителей, я вас прерву. Сколько лет вы в Израиле были корреспондентом? 3,5 года. 3,5 года вы там прожили. Да. Собственно, вы оттуда сразу приехали, да, сюда, сразу и здесь вы корреспондент. Да. Да. Пожалуйста, продолжайте. И израильтяне проводят свою самостоятельную политику. Мы видим это и по тем конфликтам и недомолвкам, которые происходят с американской администрацией. Не говорим уже, разумеется, о ближайших арабских соседях. России проводят свою собственную политику. Но я бы хотел бы все это примитивизировать следующим образом. Наш мир, он каким-то образом так или иначе напоминает коммунальную квартиру. И вот теперь представьте себе, что освободившуюся жилплощадь занял человек, допустим, это будете вы, который будет представлять государство Израиль. В коммунальной квартире, разумеется, не все всегда близко, не все всегда
всегда, не все всегда спокойно, не все всегда легко. Кому-то из ваших ближайших соседей не нравится, что вы заняли освободившуюся комнату. Несмотря на то, что вы порядочный и умный человек, и интеллигентный человек, вы вынуждены каким-то образом обороняться. Например, ваш ближайший сосед будет представлять Иран, и он всяческим образом будет вам угрожать, каким-то образом будет намекать на то, что в самое ближайшее время он либо уничтожит вас, либо членов вашей семьи. Вы позволяете себе хранить под подушкой своей подушкой пистолет. Ядерное оружие, которым обладает Израиль, а это сейчас одна из самых главных проблем, или, скажем так, одна из самых главных тем, посредством которой мировое сообщество Израиля осуждает, в данном случае будет являться гарантом вашей безопасности. Вы, как человек интеллигентный, как человек умный и человек воспитанный, предполагаете, что это оружие, если оно, или этот пистолет, если он будет применен, то он будет применен только в случае самообороны. В то же время все мировое сообщество пытается каким-то образом проецировать политику двойных стандартов, говоря о том, что уж если Израиль, который не признает в открытую наличие ядерного оружия, таким обладает, этим должен обладать Иран, а может быть и не должен. Или, подыгрывая Ахмадинеджаду, если Израиль обладает, он обладать не должен, так да. как в этом регионе никто больше ядерным оружием не обладает. Безусловно. В данном случае это как раз такая реплика Ахмадинеджада, которую сегодня поддерживают, в общем-то, в Вашингтоне. Да, но не все так просто в Королевстве Датском и в той же самой коммунальной квартире, а если говорить о каких-то международных масштабах, невозможно транспонировать одни и те же стандарты или стандарты, применяемые по отношению к одному государству, например, демократический Израиль или частично демократический Израиль и Иран, Ирак или какая-то другая страна третьего мира. Ну, это мы, кстати, говорили, я вспоминаю, по-моему, вы это сказали где-то примерно год-полтора года назад, мы как раз говорили о том, что, и Илья тогда сказал, что если бы атомная бомба, ядерное оружие появилось у Нидерландов, вот, или у Бельгии, допустим, вот, то кто бы возражал? Потому что понятно совершенно, что у них совершенно абсолютно противоположная программа, чем то, что мы сегодня представляем и подозреваем, существует в Иране. Илья? Ну, более, мне нравится свежий подход и коммунальная квартира. Я не знаю, у кого есть ордер, а у кого лицевой счет в этой коммунальной квартире. И почему я как более... Израиль въехал в освободившуюся комнату, но а кем она была занята? Но более того, я бы сказал, что эту вот квартиру когда-то построил бывший, прошлый израильтянин, которого выгнали, который возвращается. Но это отдельно. Но вот я затрону вашу вещь, где вы говорили разные правила. Вы знаете, говорить честно, арабские страны не боялись и не боятся израильского атомного оружия. До сегодняшнего дня. И не только не боялись, а даже нападали на него, зная, что у них нету. Поэтому говорить, что оружие, неважно у какого государства, то же самое, это просто неправильно с чисто аналитической, стратегической точки. Раз. Более того, смотрите, не было гонки атомного вооружения на Ближнем Востоке все эти годы, когда Израиль имеет атомное оружие. Будет атомная гонка оружия, когда Иран возвысит и будет иметь это атомное оружие. Поэтому, опять-таки, ваш вот тот принцип, presumption, что это якобы все должны быть равны всему, это не точно и нереально даже в самой разве это было высказано? Мне кажется, это не совсем было правильно. Нет, так или иначе это было высказано, но, Илья, я хотел бы обратить ваше внимание, равно как и внимание всех телезрителей, на следующий факт. С момента, ну, в данном случае это было не официальное объявление, а шпион Мордехай Вануну, который показал ладони репортерам, которого похитили, который рассекретил в данной ситуации атомную программу Израиля, с этого момента на Израиль ни одно государство мира не нападало, включая его соседей. Да, Хизбалла, которая не является ни правящей партией, никоим образом не представляет правительство Ливана, обстреливала северные районы Израиля, но это был, скажем так, если уж не локальный конфликт, хотя его называют второй ливанской войной, но в любом случае не объявление войны. С точки зрения гонки ядерных вооружений, Иран, равно как и многие азиатские и восточные государства, 20 или 30 лет назад, и Иран современный, это совсем два разных государства. 30 лет назад, безусловно, невозможно было говорить о той цивилизационной составляющей в Исламской Республике, которая позволяла бы посредством умов, посредством наличия научно-исследовательских институтов, больших инженерных каких-то сооружений, эту ядерную гонку начать. Сегодня Иран приблизился вплотную к тому,
ОМОН, таким образом, и начал эту ядерную гонку вооружений, разработку ядерного оружия только по одной простой причине, что за прошедшие 30 лет иранская наука, иранская экономика существенно продвинулись вперед и в состоянии сегодня обеспечить ту самую гонку вооружений. Иран себя сегодня хочет ощущать державой. Мне непонятно, почему они, только потому, что у них есть математика и железный Феликс, калькулятор, это есть одна вещь, это потенциал. Вторая вещь – это целеустремление и объявление цели. За эти 30 лет существенно изменилась и внешняя политика. Значит, кто гонит кого? Извините мне, математика политику или политика математиков в Иране? Это глобальные процессы. Иранский. Кто гонит кого в Иране? Илья, я думаю, что на это как раз пусть отвечают телезрители. Итак, да. Давайте вернемся к Израилю. Вернемся. День независимости. У него такой отличный русский язык, я хочу скидку. Или добавочные 60 секунд. Мы вас будем поправлять. А, знаете, вы сказали, вот в Израиле так трудно. Когда первый раз я участвовал, находился на параде, и это было в 57 году, и парад, у меня есть эти фотографии, и парад был такой худенький, такой маленький. Не только солдаты были худенькие, даже бронетанковые, там танки не шли, только были бронетанковые. И такие плоские. Мало воздуха было во всем этом. Но более того, это даже имело прямую связь с жертвами, потому что вот часть нас сидела прямо на трибуне рядом с Бен-Гурионом, потому что кузен наш был убит в войне за независимость в 48 году, а мы сидели немножко наверху там. И вот вы как члены семьи? Да. Было, не важно, тонкости. Поэтому, знаете, всегда говорят, не то. Я думаю, вот проблема, которая относится вот в этой книге «Мой западный берег», и концепция, которая... Проблема нынешняя – это не от арабских стран и не от Ирана. Проблема то, что сегодня в Соединенных Штатах мы находимся в каком-то экспериментальном процессе. Да. Экспериментальный режим. Мы покупаем, даем деньги General Motors, обратно получаем. Опять даем. Они платят теми долгами. Все реформы с здравоохранением оставим, боже упаси. Финансовые это вот, как, я не знаю, как будто вчера Соединенные Штаты была самая отсталая страна, в которой должно пройти невероятные, радикальные реформы. И она ведется человеком с невероятным жизненным и профессиональным опытом, понимаете? Поэтому вот где самая большая проблема. То есть вы считаете, что в данном случае мы можем как кальку наложить это на взаимоотношение к Израилю? То есть там тоже такое впечатление, что администрация сегодня, она проснулась и говорит, мы должны решить то-то, как будто бы до этого предыдущие администрации это не могли, не знали, что Кеннеди не знал, Джонсон не знал, Никсон был, не образованным внешне. Кстати, я хочу вам напомнить, вы помните, когда Обама говорил о том, что я сяду за стол с Ахмадинеджадом, и мы начнем дипломатические переговоры. Да. Такое впечатление, что до этого не было. Да. 23 тура дипломатических переговоров с Ираном. Давайте вернемся, господа, в ту самую коммунальную квартиру. Yes. Ведь невозможно проживать на территории с большим количеством соседей и выстраивать строго четкие, ровные, понятные, прозрачные отношения только с одним из соседей. Этого не получится. Ни одна Воронья Слободка этого не потерпит. По одной простой причине, что существует большое количество соседей с разного рода фиалками в голове, как принято говорить в России, и вам необходимо держать тот самый баланс. Барак не является ответственным квартиросъемщиком, как Люция Франц. Я, кстати, полностью с вами согласен. Здесь очень важно определиться, потому что если, допустим, мы говорим о том, что сосед в данном случае Иран, то по отношению к нему Вашингтону нужно определиться. Или же мы будем что-то делать с санкциями, а санкции никуда не пляшут, они абсолютно в тупике сегодня находится ситуация, или же мы будем говорить о военной санкции. У Ирана, кроме Барака Обамы, кроме Америки в данной ситуации, существует еще огромное количество соседей в лице России, в лице Китая, в лице арабских государств, Саудовской Аравии и так далее. В той самой коммунальной квартире, кой представляет наш земной шар, существует определенное количество, группировок. То же самое было в 1937-1938 году с Германией, у которой было тоже немало соседей. И Германия начала говорить, собственно, была бы у Гитлера ядерная бомба, мы бы, наверное, сегодня иначе совершенно беседовали.
знаете, в другой обстановке. Историки и психологи говорят, что анализ прошлого, он непродуктивен по одной простой причине, что нынешняя ситуация, наше нынешнее с вами состояние, наше нынешнее с вами экономическое положение никоим образом не соответствует тому, что было позавчера, 15, 30 и уж тем более 50 лет назад. То есть мы можем, я считаю, что в этом смысле, конечно, все правильно. Мы можем более, с большей скоростью решать какие-то проблемы. Но на самом деле анализ прошлого имеет смысл, поскольку идеология, ее корни от того прошлого, которое мы сегодня назвали, допустим, говоря о 30-х годах. Можно говорить об Иране и о прошлом, допустим, мусульманства, как идеологии, которая началась с 622 года, когда из Мекки перешел в Медину Мохаммед и так далее. Я думаю, что исторические аналогии, они всегда имеют смысл. Можно к ним не прислушиваться, другое они дело. Они являются нашей частью. Я вот не понимаю, каким образом у вас есть опыт этой коммунальной квартиры. У вас не было никакого личного опыта. Это вот бунзен, этот вы не толкали, и иголкой вы не прокалывали. Это картинка Бакова. Понимаете, да. То откуда? Нет, я думаю, что это вот... Вы, не имея личного опыта, и вряд ли проходили ли вы курс культуры коммунальной квартиры в каком-то университете, все-таки составили рамку мышления и анализа о той коммунальной квартире, не входя в тонкости, сколько мест на кухне, сколько туалетов, и кто входит с чьей бумагой. Я читал «Золотого теленка», да, меня не секли. Слушайте, как, а вы помните, когда Лохаркина был написан, и что это было своего рода политическая сатира? Илья, знаете, да, это, да? Илья, итак. Вернемся. Должны каким-то образом закругляться по первому вопросу. Ваш взгляд на то, что сегодня происходит, я думаю, что самая главная сегодня тема, это, конечно, взаимоотношения с Вашингтоном. Конечно. И не потому, что здесь есть новое. Здесь, слушайте, Соединенные Штаты, чисто говоря, превратили бы, и даже, смотрите, благодаря кому Кувейт был освобожден. Практически благодаря тому акту израильскому, который разбил их реактор. Потому что Соединенные Штаты не набросились бы. Кто был следующий? Не Израиль. Если бы, скажем, удался бы этот трюк Саддаму Хусейну оставить у себя эту 19-ю провинцию Кувейт, кто был следующий? Не Израиль. Саудовская Аравия. Понимаете, никто из арабских стран не боится, что завтра Израиль нападет на какое-то государство и захватит его территорию. Такого ни у кого нету. Но почему вот здесь эта перетряска, вот эта вся, вот это якобы пересмотреть корни и начало отношений между Израилем и Соединенными Штатами? Только потому, что есть концепция, что вчера американская политика была плохая, ужасная, и до нее президент много раз извинялся. И поэтому, даже не входя в тонкости, вытекает, что нужно изменить что было раньше, и начать якобы все сначала. Нужна новая колея. Да. Ну, это вот как, помните, тот волк. Забудем прошлое, начнем сначала. So, нельзя начать все сначала. Мы помним. Мы не должны... Я согласен с вами, что не надо так закрыть глаза и сравнивать. Во-первых, я думаю, надо сравнивать только в тех случаях, когда уже мы дошли до мертвой точки, мы не можем объяснить никак. У нас нет ни информации, ни аналитических инструментов. И тогда мы говорим, слушайте, может быть, эта ситуация подходит аналогии. Только тогда. Я не за аналогию. Но есть какие-то вещи, которые все-таки остаются, понимаете? Мы знаем, что есть, например, люди, которые лгут и не лгут. Но нет людей, которые лгут только по средам. Понимаете? То же самое, если мы видим какое-то поведение политика, понимаете? Как он ведет себя. Мы можем делать аналогии тех людей и понимать, что чем мы их можем удовлетворить. Куда катятся камни? Да. Да, к чему это придет? Поэтому без входя уравниловку и давая эти формулы равенства, против которых, но наш аналитический ум и вот чувство, я вам хочу сказать, вот та женщина Раиса Рубинштейн, у ее тети был нюх, она осталась прямо вот женщина, и был какой-то инстинкт. И благодаря этому остались двое-трое в живых. Вот иногда есть вещи, которые, как говорят, забудь про физику, тяни за хвост. Фатум, шестое чувство, да. И так далее. Алексей, итак, Соединенные Штаты и Израиль, это очень важный момент, поскольку вы говорили о коммуналке на Ближнем Востоке, а квартиросъемщиком не является Вашингтон в данном случае. Мы открываем дверь, оставляем эту метафору, открываем дверь и выходим из этой коммуналки и видим Соединенные Штаты и Израиль в очень-очень плохих отношениях. Я думаю, что оценка, которую вы сейчас дали, или которую дают многие журналисты,
что отношения очень-очень плохие, она сильно преувеличена. Существуют невидимые нити, пуповины, как угодно, каналы связи, о которых неизвестно ни самым посвященным журналистам, ни уж тем более рядовым гражданам, которые указывают на то, что отношениям Израиля, современного Израиля, я имею в виду в той, при нынешней его администрации, равно как и при нынешней администрации в США, еще очень долгое время будут сохраняться крепкими, дружескими и будут лишь развиваться далее. Все, что происходит сегодня, это, ну, скажем так, обычный рабочий момент, когда стороны выясняют свои отношения или выясняют какие-то международные отношения посредством контактов, переговоров, иногда вставаний, иногда хлопания дверями, какими-то взаимными обвинениями в прессе, утечки информации и так далее, и так далее. Почти. Я бы рад был согласиться, если вот эта вещь. Два аспекта. Никогда в истории Соединенных Штатов глава военных сил Соединенных Штатов и глава региональных сил говорит, что мы платим слишком дорого. Америке обходится крови наших солдат. Кровь и финансы, якобы за Израиля. Обвинить в этом союзника. Понимаете? Это существенно. Кстати, это была позиция Усамы бен Ладена. Он говорил, да. Соединенные Штаты, прислушайтесь к моему голосу. Да. Перестаньте поддерживать Израиль, да. И тогда перестанут погибать ваши солдаты, да. в Ираке. Он принял это, и это абсолютный нонсенс. Он вообще не должен был говорить Второе, вы говорите по двум причинам. Другая, вот то, что вы говорите, опять, коммуналка. Я согласен с вами, даже скажем, что это коммуналка. Они должны решать проблему между собой. Никакой судья извне не решит, кто будет варить первым обед, а кто вторым в этой коммуналке. Понимаете? Безусловно. И вот здесь Соединенные Штаты, они должны сказать всем членам этой коммуналки, слушайте, вы большие мальчики и девочки, договоритесь сами, и когда все согласятся, мы, может быть, поставим какие-то силы, которые будут сохранять ваш договор. Ни наш, ни европейский, ни русский и ни китайский. Илья, все замечательно, но только в этом случае, вот вы говорите, что никакой судья извне не в состоянии ни помочь, ни разрешить этот конфликт. Давайте тогда уничтожать или ликвидировать Организацию Объединенных Наций, Международный суд в Гааге. Одну секундочку, не тяните меня туда, потому что Организация Объединенных Наций не предотвратила ни одну войну только. Где-то было в 52-м году в Корее, только благодаря тому, что русские не знали и вышли из зала, как вы знаете. И было не Совет Безопасности решил эту послать команду Организации Объединенных Наций, а Общая Ассамблея. Единственный раз в истории. Все другие, я не хочу терять время и рассказывать, это бюрократическая насколько организация. Она антиэффективная. Антиэффективная. Вы согласны с этим? Перейдем к следующей теме. Спасибо. Вот Соломон. Итак, давайте перейдем ко вторнику. Авиадиспетчерская служба Германии заявила во вторник, что в стране полностью снимаются ограничения на полеты. В официальном заявлении службы говорится, что концентрация вулканического пепла в атмосфере значительно снизилась благодаря воздушным потокам. Согласно официальным данным, в среду по всей Европе будут осуществлены 75% всех запланированных рейсов. Во вторник к 10 вечера по лондонскому времени возобновили работу и все британские аэропорты. При этом некоторые ограничения по-прежнему действовали, однако их масштаб был значительно меньше, чем в настоящее время. Аэропорты Парижа и Амстердама также частично возобновили сообщения. В Дании аэропорты открываются и закрываются в зависимости от состояния атмосферы, а воздушное пространство Финляндии остается закрытым. Точно так же, как и над Стокгольмом, также были запрещены полеты. Итак, мы говорим о пепле, который образовался в результате вулканического извержения в Исландии. И в данном случае мы говорим не только о физике этого дела, поскольку неоднократно практики заявляли о том, что вот этот вулканический пепел, попав в двигатели, попав в турбины самолета, то есть попав в область высокой температуры, просто-напросто может превратиться в такой осколочный, в стеклоподобную массу, и это может привести просто-напросто к тому, что двигатели перестанут работать. То есть катастрофе, авиакатастрофе. Это одна тема, и в данном случае мы здесь не специалисты. Наверное, для нас гораздо важнее поговорить о том, что произошло в Европе, насколько вот эти предупредительные меры, они имели смысл, и насколько вообще ситуация
которое мы наблюдали в течение прошедших дней, она, можно ли назвать ее катастрофической, и насколько можно вообще говорить о том, как справляются сегодня службы наземные, службы воздушные с тем, что мы называем вот подобным катастрофой? Конечно. Начнем с того, что у нас появился новый фронт. Мы не знали, человечество не знало о таком фронте. Мы боимся, например, возможности бомбежки радиацией против компьютеров. И тогда, например, у нас не будут компьютеры, мы не будем знать, что делать. Сегодня мы, хотя бы те, которые летали туда, более того, я вам хочу сказать интересную вещь, рассказал мне друг вице-президент Всемирного еврейского конгресса, полетела там группа туда, 150 людей в Берген-Бельзен, и застряли. И они застряли, они приехали опять, это вроде как Катынь, но в обратную сторону. Они застряли, они все, конечно, им за 80, они еле-еле доехали и застряли, и некуда их было жить. Потом переслали их куда-то в Ганновер, в Ганновер дали им какой-то маленький мотель, и все окна от мотеля выходят на поезда, которые идут. И там идут только немецкие поезда в Ганновере. И они прямо вот эта группа, которая приехала, застряли. И по сегодняшний день... Я думаю, они при этом не смеялись. Нет, смешного они не здесь смеялись. Мало, наверное. Это опять, смотрите, это своего рода. Вот интересно, в этом случае натура, потому что Исландия дала нам два урока. Один финансовый перед этим, понимаете, когда они задержали, играли, и который почти поставил под сомнение баланс финансовый, баланс особенно Европы, а сейчас чисто такой геологический. Я вам хочу сказать, что, между прочим, вот в одной из первых книг моих, где я издал, есть топографическая карта Атлантического океана, и где там явно линия, которая вот эти две, которая вбивает и расширяется между Европой и Америкой, она прямо проходит... Тектонические плиты. Да, она прямо проходит через Исландию. У меня с Исландией я когда-то, у меня был хороший друг. В 1964 году приехал первый исландец в Израиль. А молодой, белокурый такой, все на него смотрели, как будто он с другой планеты. А он тоже приехал в какую-то планету, он никогда не видел, например, поезд в жизни. Он говорил довольно свободно по-английски. И я его спросил, мы жили в одной комнате, значит, целый год. Мы были очень близкими друзьями. Я его так пока... Он говорит, его дедушка сказал, слушай, я не знаю, что ты будешь учиться, но его дедушка был пастырь. И он сказал, поезжай в Святую Землю, пробудь там год, будь осторожный с девушками, все остальное познавай как можно больше. И мы остались хорошими друзьями. Он уже был министром юстиции, потому что он прошел эту. Ингвар Бьорнсон. Хороший парень, надо навестить его когда-нибудь. Вот вулкан утек. Вы ему не позвонили, не спросили? Нет, я ему не позвонил, я должен сказать правду. Но, возвращаясь к этому, смотрите, вот то, что вдруг вопрос, как влияет, ничто, вот понятно, что один взрыв повлиял на нашу атмосферу больше, чем 100 лет индустриального развития, всего нашего индустриального развития. Это дает какой-то, я думаю, здесь какой-то вот суфлер, натура суфлирует нам, эй, остановитесь, я вам скажу, это природа, вы читаете не тот текст. Не так мыслите, не то вы думаете со всеми этими. Кстати, вы помните, недавно мы совсем вспоминали о 70-х годах, и в 70-е годы особенно была популярна вот эта версия ядерной зимы. Да. После ядерного взрыва пепел стоит в воздухе, солнечные лучи не пробиваются к земле, и в результате ядерная зима. Да. Вот на самом деле это небольшая такая матрица от этой темы. Она, если вы помните, есть точный анализ, а кто вышел с этой идеи, где она родилась. У вас на вашей родине органами, и кому она была передана, и кто ее опубликовал здесь впервые по всем каналам телевидения. Это Россия пошло. Не здесь, в Соединенных Штатах. Каким образом эта монета стала неоспоримой? Понимаете? Наверное, издали книгу в Liberty Publishing House. Нет. Nice try, but not yet. Алексей. Кстати, уж если мы заговорили про Исландию, бедные исландцы, экономический кризис. Вы бывали в Исландии? Да, я был там дважды, первый раз на исторической встрече, когда Горбачев встречался. Я помню, в «Гении места» у Петра Вайля Исландия описывается просто как рай земной. Да, очень вкусная селедка, очень красивые гейзеры, очень милые люди. И самое главное, что там они носят фамилии, их фамилия – это отчество. И Исландия – страна маленькая, все друг друга знают, страна очень открытая, и политика очень открытая. И вот мой приятель исландец рассказывал мне,
мне совершенно смешную историю. Он взял в руки справочник их парламента, по-моему, называется Альтинг, да, если меня не изменяет память. Старейший парламент. Да, это одна из, один из самых старейших парламентов мира. И там указаны домашние рабочие телефоны всех сотрудников, начиная от председателя этого парламента, всех депутатов. И вот он смотрел в надежде найти хоть одну не исландскую фамилию. И он нашел там какую-то Марию Иванову, это оказалась уборщица-мигрантка из бывшего Советского Союза. Ее телефон тоже был указан для того, чтобы все было очень демократично. Очень демократично. По поводу полетов. Ведь анализ-то показал, что самая главная проблема, которая была связана с этим вулканическим пеплом, заключалась вовсе не в том, что люди куда-то опаздывали, что у людей срывались какие-то встречи, что люди тысячами ночевали в аэропортах, авиакомпании понесли убытки. А ведь проблема заключалась совсем в другом. Тысячи людей были готовы сутки, двое, трое проводить в аэропортах или в гостиницах для того, чтобы все-таки улететь. Люди отказывались от поездов, люди отказывались от автобусов. В Европе, а ведь трансатлантические или тихоокеанские перелеты, этот вулканический пепел никоим образом не задел, за исключением некоторых стран, откуда эти самолеты летели. Люди отказывались планировать свой маршрут таким образом или перепланировать его, чтобы пересесть в поезд. Система железнодорожного сообщения в Европе развита как нигде. На ваш взгляд, почему? По одной простой причине, мы привыкли жить в 21 веке. Нет, это наоборот, это уже прогресс. Нет, ну это такой современный, я летаю самолетом. Да, я летаю самолетом, я готов, мы готовы потерпеть еще немножко, дабы через час, два, три, но тут есть еще один момент. Все дело в том, что очень серьезно подняли цены, и это нельзя не учитывать. На железнодорожный транспорт, я уже не говорю о том, что те, кто не смог сесть в поезд, а на самом деле они уходили полностью загруженные, об этом говорил в среду в нашей программе «Утренняя пробежка» наш лондонский корреспондент. Брали такси. Я читал в интернете, там человек, у него 20 часов там занял, он на такси проехать, он там 3000 фунтов, вернее евро потратил на это дело. Я то думаю, что это единичный случай. Да, люди шли на это. Может быть здесь финансовая часть сыграла, почему люди не ходили? Я не верю в то, что в Англии, во Франции или в каких-то других европейских странах внезапно под эту экологическую катастрофу вдруг повысили цены. Ну это где-то в Европе, я имею в виду в Восточной Европе, в Польше, в России, в Беларуси, в Украине. В этом я не сомневаюсь, нисколько там рынок или ценообразование не столь прозрачно, как в Европе. Все остальное это возможность отправиться наземным транспортом, сменить свой маршрут, его каким-то образом, его сегменты с воздушного на наземные, люди просто предпочитали спать. А у меня к вам сразу вопрос. Говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. Нет ли здесь вот этого момента? На самом деле, все обоснования отсутствия полетов или запрета полетов, они были основаны на том, что пилоты, которые попадали в какие-то случаи, в каких-то случаях, попадали в облако вулканической пыли, они замечали, что вот что-то там с турбулентностью, что-то опять-таки с турбиной и так далее. Фактор безопасности в авиационном, равно как и в любом общественном транспорте, он должен быть на первом месте. Это совершенно нормально. Действительно, у человечества нет опыта полета в облаках вулканической пыли. Лучше было все остановить. Лучше было все остановить, безусловно. Таким образом, мир вырабатывает свой опыт. Наверное, в следующий раз службы сработают оперативнее. Yeah. Но есть одно но. Небо над Европейским Союзом, оно общее. В данном случае оно относится к разряду, к тому элементу политики и экономики, который курирует Европарламент, который курирует объединенные европейские законодательные и исполнительные власти. И сообщалось о том, что на организацию видеоконференции всех министров транспорта Европейского Союза, стран, входящих в ЕС, ушло целых 5 дней. Я думаю, что для 21 века, для такой динамичной... Многовато будет, многовато, да? Безусловно, многовато. Да, вы помните, конечно, все это можно суммировать бессмертными словами Высоцкого, который вот ту стюардессу, которая была надежная, как весь гражданский флот, и в конце концов он сказал, мне это надоело, черт возьми, я лечу туда, где принимают. Закрытый порт Владивостока. Вот кто пророк исландского вулкана. Ну, а на ваш взгляд, Илья, по поводу того, что, может быть, не нужно было так жестко закрывать? Я думаю, что да, это, смотрите. Допустим, в Соединенных Штатах, ведь здесь принимают решения авиакомпании. Да, здесь принимают авиа, и они принимали решение туда лететь или не лететь. А там именно государство. В Италию, да, а там государство. Вот это, может быть, мы подойдем к этому, где кончается индивидуализм и где начинается бюрократия, одной из наших
следующих так тем. Что вы считаете? Модель американская и модель в данном случае европейская? Я думаю, она разная, потому что в этом случае это не одно государство, а Евросоюз. То надо сказать честно. Понимаете, если одно правительство могло бы, может быть, решить быстрее, а когда есть целая команда, 20 с чем-то... Бюрократическая схема, она... Это вот. И, во-первых, она не касалась всем, скажем, что они должны были указать. Например, можно было лететь на Сицилию. В Рим можно было лететь, да, потому что облака не было, можно было, может, как-то изменить. В Центральную Европу нельзя было решить. То, значит, решались вообще, останавливаем, а не позволяли кому-то. Кто решал, куда можно и куда нельзя? И кто и в Европе, и вообще, кто принимал за это ответственность? Если Евросоюз принимал ответственность, значит, если была бы катастрофа, кто был бы ответственен? Евросоюз? Не суть важна. Мы действительно, да. Я имею в виду, мы, человечество, еще не совершенно в некоторых вопросах. И развитие воздушного, гражданского или какого-либо другого транспорта, оно продолжается. Как хорошо, что в той коммунальной квартире не летали самолет. Кстати, мы же говорим о том, что вся эта проблема, она возникла не впервые в истории человечества. Все дело в том, что облако пыли... Да. Вулканическое, оно впервые накрыло Европу, а здесь самое активное авиасообщение. В этом, наверное, вся главная проблема. Это одна, она центральная, да. Это вот. Но я думаю, это общий урок, который должен нам подсказать, вот где мы маленькие, очень-очень маленькие винтики. И если вот когда вот идет вся эта перепалка и перестрелка, вот знаете, будет global warming, or climate change, вообще игра слов, понимаете? Climate change, конечно. Был ледяной период, и не было ни одной фабрики в то время. То нельзя было сказать, что ледяной период был из-за индустриалити. Но сейчас climate change, да, он меняется, но это не говорит сразу ответственность и сразу вот все эти законы, которые должны практически облагают всех налогами, только по какому-то представлению, научному представлению. Илья, то есть в следующий раз, когда нас будут приглашать в эту студию, мы отказываемся, чтобы RTN предлагал нам самолеты, и мы доберемся с вами. Мы сами переплывем. Мы будем учитывать, будем учитывать вулканические всякие факторы. Или потребуем молоко. Добавку есть? Когор. Вы принимаете алкоголь, а я возьму Irish Bale, Irish Coffee. Прямо в салоне самолета. Итак, давайте перейдем теперь к среде. В среду Киев согласился взамен на 30% снижение цен на газ продлить договор аренды базы Черноморского флота Российской Федерации. Причем средства массовой информации называют эту сделку второй за месяц внешнеполитической победой Москвы на постсоветском пространстве вслед за свержением «непослушного» в кавычках Бакиева в Киргизии. Новость, безусловно, вызовет раздражение, прогнозирует «Нью-Йорк Таймс», у Вашингтона и НАТО, а также у Грузии и Польши. Итак, в среду Украина согласилась взамен на крупное снижение цен на газ продлить договор об аренде базы Черноморского флота. Это долгосрочная договоренность по принципу «услуга за услугу» во многом восстанавливает влияние Москвы на Украину, так полагают корреспонденты одного из западных изданий. Янукович сближает свою страну с Москвой, в то время как некоторые из прозападных лидеров оранжевой революции заявили, что налицо торговля суверенитетом Украины. Итак, Алексей, ваш комментарий по поводу того, что произошло в среду. Да, и мне вообще непонятно, чего бы эта тема взаимоотношений двух субъектов СНГ, двух независимых государств должна обсуждаться, в принципе, столь широко. Два соседа, два бывших союзных государства, а сейчас союзных в рамках Содружества независимых государств, заключили ту или иную сделку. Когда американское правительство арендовало землю под базу в Окинаве или под базу Гуантанамо, на Гуантанамо-Бэй на Кубе, никто не упрекал Соединенные Штаты Америки, не продолжают упрекать сейчас, что налицо какая-то угроза суверенитету Кубы, Японии или какой-то другой страны. Буквально несколько месяцев назад российское правительство получило от сирийцев согласие на то, чтобы арендовать определенный кусок земли, пирсы, причалы в городе, замечательном, красивом городе Алеппо. Никто не сказал о том, что Москва посягает на суверенитет, я не знаю, стран Средиземноморского бассейна или Сирийской республики. То же самое произошло сейчас и в России, и на Украине. Да? Украинцы, которым газ жизненно необходим и для промышленности, для обогрева, и для производства электроэнергии, получили действительно существенную скидку. Да, взамен они согласились продлить и существенно продлить договор на аренду той земли, тех причалов, которые есть для российского флота в городе Севастополе. Ничего антимеждународного, ничего утопического, ничего противоречащего ни международному законодательству, ни законодательству внутреннему этих обеих государств не произошло.
Нет, я как раз не говорю о том, и вообще, по-моему, никто не говорит о том, что здесь что-то произошло. Люди пытаются проанализировать, опять-таки, журналисты, специалисты, аналитики, что происходит сейчас в отношениях между Москвой и Киевом, поскольку мы здесь должны учитывать все-таки новую историю, новейшую. Совсем еще недавно в Киеве был другой в кресле президента другой человек, Виктор Ющенко, и отношения рассматривались опять-таки очень пристально. Ну ведь Янукович, сев в то самое кресло, не подписал договор о слиянии России с Украиной, не отменил украинский язык, я не знаю, не отменил гривню и потребовал расплачиваться российскими рублями. Ничего сверхординарного в плане того, чтобы доказать свою полную преданность Кремлю, Янукович не совершил. Его хорошо, если мы рассматриваем ситуацию, ведь на самом деле проблема с Черноморским флотом, проблемы с поставками газа в Украину, они существуют каждый Новый год, как только подходит конец декабря, тут же возникает тема Украина-российские взаимоотношения, поскольку на самом деле это не тема только Украины и России, а понятно, что газ идет в Европу, и вся Европа замирает, подпишут контракт и так далее. Украина ворует, Москва говорит о том, что она закроет вентиль и так далее. То есть в данном случае мы говорим о том, что эта тема не новая. Тема российского флота Черноморского не новая. На ваш взгляд, а почему нельзя было это все сделать еще при Ющенко? Потому что, если опять возвращаться к той самой коммунальной квартире, у одного жильца один характер, покладистый, или он готов идти на какие-то компромиссы, или в принципе вести переговоры. Покладистый в данном случае в России? Не принципиально, у кого-то из жильцов. А у кого-то характер склочный, или, по крайней мере, он человек готов принимать решение на какой-то определенный период времени. Ведь Украина подписывала договор по поводу поставки и транзита газа только на год, хотя «Газпром» российский всегда предлагал заключить какой-то долгосрочный контракт. А что касается базы Черноморского флота в Севастополе, речь шла о 2017 году, то есть совсем скоро должно было это прекратиться, и уже пришло время для того, чтобы понимать, что делать, перебазировать, строить базы в другом месте, перебазировать корабли в другом, или получить какую-то гарантию того, что еще целую четверть века российский флот... Кстати, с 2019 года Россия должна будет платить наличными 98 миллионов долларов за эту базу. Поверьте, что 98 миллионов долларов для России, ну, совсем небольшие деньги. А вот для Украины они еще пригодятся. Кстати, Илья, я вчера разговаривал с одним из адвокатов, который в свое время представлял в российско-украинских взаимоотношениях там одну из сторон, это неважно. И он мне сказал интересную вещь, что когда Хрущев отдавал Крым Украине, о Севастополе речь не шла. Ни в одном документе вообще нет о том, что Севастополь был передан вместе с Крымом Украине. Да. То есть Севастополь существует как отдельный центр, как отдельная база. И в данном случае, по какому поводу бьются горшки в таком случае? Не точно. Если не указано в законе, это не говорит, что это исключено. Наоборот, можно сказать, потому что не было указано, это включено. Угу. Оставим философию юридическую. Но вы ответили, собственно говоря. Я ответил. Да. Чудесно. Дальше. Я согласен, что здесь другая склока, интересная. Сейчас подойдем к ней. Но то, что вы говорите, никто не, как сказать, не ёржится или что-то такое, когда у какого-то государства есть базы в другом, вы просто слишком молодой. Если вы помнили бы это вот Кимо и Мацу, сколько было тысячи и тысяч демонстраций, чтобы американцы освободили базы в Китае, в Японии и т.п. и т.п. Но на эту тему есть много свежих вещей. Но Окинаву здесь... вы имеете в виду? Да, да. Окинаву, Кимо и Мацу, но есть там три места. Сейчас. Но здесь вот в чем происходило. Эти каждый год Россия шла за грибами, украинцы шли за газом, и все было всегда эти были проблемы. Поэтому инициатива сделать какой-то проект, который все это выглядел, начался с Евросоюза. И Евросоюз, который приниматель газа, он очень... Получатель. Он должен быть, он был и есть, остается очень-очень заинтересован, чтобы эта перекачка газа была в какой-то форме, а не ежегодная тряска такая. Поэтому она началась оттуда, и они должны были сделать контракт с Украиной, который должен был удовлетворить Россию. Но это было бы все-таки политическое бизнес-решение, инициатива, которая находилась между Евросоюзом и Украиной.
военной, что, конечно, России не ахти нравится, они более бы удачно хотели бы иметь между Россией и Украиной, сами сделать это. Чтобы здесь, во-первых, вот интересно, что произошло и на каком стадии это было, это уже продолжалось больше года, что Евросоюз решил уладить всю эту проблему сам. Понимаете, и сам сдержать, и сам говорить украинцам, не откачивайте газ, не воруйте, и т.п. и т.п. Интересно, вот как это произойдет. Другая вещь, которая вот, это я почти, вот лично был жертвой вот этой аморфного, то, что вы говорили, Израиль, ядерно. Здесь была аморфная именно. Человек, мой автор, чего здесь, нечего говорить, Расул Гулиев, бывший спикер парламента Азербайджана, летел в Азербайджан на выборы. У него была посадка на Украину, виза от министра иностранных дел. Самолет не приземлился опять, не в том месте, не в он приземлился не в Киеве, а в Симферополе. Симферополь находился под... он принадлежит Украине, но там командовал главный генерал какой-то русский. И ему просто, он знает точно, приехал человек с Азербайджана, с атташе деньгами, положил ему на стол, и тот... сказал, нет, мы не даем ему право летать. Но у меня виза от министра иностранных дел, а мне не важно, что говорит министр. И он просидел там несколько дней в тюрьме, и потом выслали его обратно. Что интересно, что он хотел, чтобы я полетел с ним. Он мне предложил, давайте я полетим в Азербайджан, вы никогда не были. Слава Богу, вам повезло. Нет, а то бы не попал бы. Ну. Итак, мы можем говорить о том, что, в принципе, я так понимаю, что вы говорите, да, в общем-то, ничего не изменилось. И ничего. Нельзя говорить сегодня неужели о том. Геннадий, вы, Илья, Илья, предполагали о том, что Россия каким-то образом упустит возможность сохранения базы в Севастополе той или иной ценой? Нет, ну просто все дело в том, что мне как раз интересно, в данном случае заговорили о том, что существует вот такой вот обмен, не в первый раз, но решили именно при Януковиче. Да. Можно говорить о том, что это политическая поддержка нынешнего президента Украины со стороны России? Думаю, что нет. Речь не идет о какой-то колоссальной скидке, если говорить о газе, или речь не идет о каких-то колоссальных деньгах, которые превышают все мировые нормы. 30% это немало. Это немало, но в то же время это немного, это допустимо. Допустимая скидка между хорошими и добрыми соседями. В конце концов... При этом Путин сказал, это распространяется только на Украину. Да. Вот. Между добрыми соседями больше ни на кого это не распространяется в данном случае. Ну ведь соседи в первую очередь, соседство предполагает определенного рода доброжелательность по отношению друг к другу. Мне сложно назвать других соседей у России. Их не так много, по крайней мере, с западной стороны, которую ту самую приличествующую соседству доброжелательность демонстрировали бы. Переходим к следующей теме. Итак, четверг. Президент Барак Обама намерен добиваться большего контроля над деятельностью крупных банков. И об этом он заявил в Нью-Йорке в обращении к лидерам финансовых организаций. Обама предупредил, что если уроки из финансового кризиса не будут извлечены, мы, цитата, обречены на его повторение. Конец цитаты. Он призвал банкиров принять новые правила, так как они будут и в их интересах. Некоторые обозреватели назвали эту речь полулекцией, полуобращением. Илья? Ваше впечатление об этом? Ну, мы неоднократно, кстати, говорили о том, что легче всего найти виноватых на Уолл-стрит. Это легче всего показать пальцем, вот они жирные коты, они во всем виноваты. Более того, это своего рода продолжение концепции, а именно инъекции элемента классовой обострений, что в Соединенных Штатах неприемлемо как таково. Культура не держится вот на классе, вот они жирные, они нас эксплуатируют. Есть интересы у одного сектора, у второго сектора, но здесь нет вот такого классового, потому что не было феодализма и всего т.п. В американском обществе и в американском мышлении. Но главное здесь идет продолжение в эту сторону. И одновременно, конечно, Goldman Sachs, был ему направлен вызов на иск, что они должны компенсировать т.п. и т.п. То здесь идет и пряник, и палка с одной стороны, и кнут с одной стороны. С другой стороны, здесь есть также вопрос, когда глава Республиканской партии в Сенате встретился с представителем Goldman Sachs несколько в феврале, то
что президент Обама сказал, что о чем они там говорили. Он говорит, я не знаю, о чем они говорили. Он был в Белый дом, и он сказал, я не знаю, о чем они говорили, но понятно, когда на следующий день фракция республиканцев поддерживает и решила выйти против этого предложения закона добавочного контроля над финансовыми структурами, то понятно, о чем там шел разговор. Что интересно, что он, ну, когда глава Goldman Sachs 5 раз приезжал в Белый дом и консультировался вот сейчас, последние 1.5 месяца, то это же тоже можно так продолжить это мышление и даже делать выводы, если кто-то же уже так ему желается. Но я думаю, здесь другое. Здесь вопрос, что правительство, вопрос общий, понимаете, насколько правительство может и должно стоять на фронтовых линиях и говорить, кто и когда берет риск, и где это положено, где это не положено. А здесь мы вам запретим, а здесь еще можно. Но всегда останется. Значит, правительство будет вот стоять у того крана с газом. Добавлять газ Украине или какому-нибудь сектору или нет. Это неприемлемо. Нельзя, чтобы правительство, потому что оно не умеет и не способно. Понимаете, я не хочу быть грубым, но если бы Барак Обама бежал бы стать президентом какой-то фирмы, в которой работают 10 тысяч людей, он бы не получил бы эту работу. У него нет опыта и знаний. Быть chief executive officer, был главным директором, исполнительным директором вот такой единицы. И вдруг мы видим эти невероятные экспериментальные радикальные предложения, как будто он в 2008 году голосовал против контроля над Фредди энд Мэки, которые и породили этот кризис, понимаете, которые под давлением... При Клинтоне, да. Которые давали вся эта идея, что деньги, которые в общине циркулируются, банк должен выдавать на покупку домов, и неважно, насколько они могут оплатить или нет. Это было политическое, социалистический подход и ментальность к этой теме, но когда она провалилась, винят почему-то только банки, которые был дан указ делать этого и которые были под контролем правительства. А можно ли здесь говорить, Алексей, о том, что просто-напросто вот такими заявлениями нынешнего президента смещаются просто акценты? То есть сегодня мы показываем на Уолл-стрит, хотя прекрасно помним, что Фредди Мэк и Фанни Мэй, они были организованы еще при Билле Клинтоне. Да, я хотел бы начать с того, что я был на вот этом обращении, на этом выступлении Барака Обамы в колледже Юнион Купер. Дело в том, что иностранных журналистов, аккредитованных в США, в данном случае в Нью-Йорке, курирует соответствующее подразделение Госдепа, которое сообщает о месте проведения того или иного выступления, того или иного мероприятия. Это не обязательно бывает выступление президента или какого-то другого первого лица государства. Я был, и мое искреннее, в общем, и первое впечатление, я действительно ничего не понял из того, что сказал Обама. Не потому, что я не великий экономист, или не потому, что я не натуральный американец. Наверное, Обама сам не очень хорошо понимал, о чем идет речь, и что он в качестве президента, в качестве гаранта Конституции, в состоянии предложить современной американской, равно как и мировой экономике, в качестве, вот, я не знаю, системы защиты сдержек и противовесов. Единственное, что я бы хотел бы возразить Илье по двум параметрам. Во-первых, разумеется, я это прекрасно понимаю, Барак Обама не читал речь, написанную им или его супругой. Разумеется, он не опирается, как и любой другой президент в мире, ну, по крайней мере, цивилизованного государства, он не опирается на свое собственное мнение или свой собственный опыт или свое образование. У него есть команда аналитиков, помощников, целые институты, как правило, работают на то, чтобы тем или иным образом модернизировать. То есть, когда ты идешь... Когда ты претендуешь на должность CEO, это твой собственный опыт, конечно, я могу возглавить, конечно, или не возглавить. Конечно. А когда ты президент, у тебя есть команда, которая, безусловно, собственно, определяет твои мнения. Я не люблю прерывать. Но ведь, как политолог, несомненно, он дал указание. А не сказал, команда, что вы говорите сегодня? Ему положили на стол этот проект. Несомненно, он был инициатором. Безусловно, но этого требует нынешняя экономическая ситуация. Вторая тема. Вторая тема, которую я хотел бы... А как, кстати, ваше впечатление вообще об Обаме, поскольку не каждый наш телезритель воочию видит президента Соединенных Штатов? Ну, дело в том, что это было не первое мое лицезрение. Я еще раз говорю, как вы... Вы знаете, это замечательный человек.
Вот я вам честно говорю, если вот спрашивать... Замечательный или обаятельный? Замечательный. Чем он замечательный? Он высокообразован. Своим обаянием, во-первых. Он высокообразован. Он обаятелен. Он знает, чего он хочет. У него... Я не люблю вот употреблять какие-то иностранные слова, но у него действительно очень интересный... очень практичный. Нет, бэкграунд, как говорят в Америке. Бэкграунд в плане образования, в плане опыта, в плане жизненного опыта, в плане его собственной личной истории и так далее. Уникальный? Быть адвокатом уникально в Америке? Хорошим адвокатом? Хорошим мы не знаем. Одну секундочку. Ну, я-то знаю. Нет, вы не знаете. Я знаю. Дело в том, что... Вы не знаете. Нет, я... Он не выиграл ни один большой кейс, никакой кейс. Как измеряют адвокатов, если он, например, выиграл кейс в высшем суде? Вы знаете, адвокатов можно измерять по-разному. Вот знаете, существуют кейсы, которые, например, вам необходимо... Конечно, получить компенсацию за человека, который сломал ногу в супермаркете. Когда факт перелома на лицо, любой, даже самый плевый адвокат эту компенсацию получит. Вопрос только, разумеется, в сумме. А вот если человек подвернет лодыжку в супермаркете и никаких видимых моментов ущерба... Извините, уникальный адвокат. Какой кейс он выиграл или опубликовал? Я уже понял, что да. Нет, то есть на самом деле, Он был редактором юр-журнала в Гарварде, не написав ни одну статью. А между прочим, редактура это великое искусство. Друзья и коллеги. Мы сейчас уйдем, уже из эфира. Итак, я так понимаю, что не будем говорить об исключительности бэкграунда. Вам он нравится. Да, быстро вторая тема. По поводу того, вот Илья сказал, что государство не должно стоять на вот том самом кранике и перекрывать что-либо или не перекрывать. Илья, ну а теперь позвольте мне, представьте себе, что я человек, который возглавляет крупную инвестиционную компанию. У меня есть. Я хотел бы инвестировать в иранские ядерные разработки, а государство, которое создает черные списки, экономика, она одинаковая. Существуют запреты, это и есть свобода. Государство должно контролировать экономику, в том числе и в инвестиционном плане. Я просто хочу сказать последнее предложение, которое это вот русский еврей Осип когда-то спас Марк Твейна. Осип. Назывался Осип. Okay. Когда-то спас Марк Твейна. Если хотите знать, прочитайте на моем сайте liberty-publishing. Вы интригуете? Конечно! Спасибо за участие в программе. Спасибо за участие в программе, Алексей, Илья. Дамы и господа, я прощаюсь с вами в нашей передаче до следующего воскресенья. Спасибо и вам за участие в нашей программе. Всего доброго.